Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. Сегодня у нас необычный обзор. Сегодня мы не чистим сковородки, не проверяем бытовую химию и не чистим стиральные машины. Сегодня мы сделаем обзор на мягкую мебель компании Moon Trade. Погнали! 94 сантиметра, целое спальное место. Посмотрите, здесь установлены вот такие дополнительные подушки. Обалденные, из мягкого поролончика. Обиты синтепоном, внутри поролон. Ткань брендовая, Moon. Все красивенько сшито. Также в комплекте идут две дополнительные подушечки для вашего сна. Помимо того, что у него гарантия 10 лет, производят они уже мебель 26 лет на своей собственной фабрике. Фабрика проверена качеством. Здесь вот такое вот спальное место. То есть здесь полная уверенность поместится два человека ростом 190 сантиметров и весом 130 килограмм. И не будут друг другу мешать. Еще одно большое преимущество данного дивана – это вот такая вот атаманка, в которой можно хранить кучу детских игрушек, либо других вещей, которые вам, в принципе, и нужны, и не нужны. Вы их можете с легкостью достать и использовать. Преимущество данного дивана – это вот такая вот Z-образная пружина и полностью металлическое основание. То есть весь диван сделан не из какого-то ДСП, а из хорошего такого металлического каркаса. Также его очень легко убирать одним движением руки и ноги. Все. Вы можете использовать эту площадку как столик для чего-либо, цветов, ваз и так далее. Но можете использовать и как чулан. В данном отсеке можно хранить кучу всякого. Допустим, Xbox, пульты, приставки, диски, допустим, книги или постельное белье. Также вы его с легкостью можете закрыть. И, допустим, не ставить цветы, а поставить вот такой вот магнитный бортик. И это будет уже мягкий, удобный подлокотник. Ну и такой вот интересный и небольшой обзорчик у нас сегодня получился. Диваном мы очень довольны. На нем комфортно спать. Я кайфую вот на этой атаманке, смотрю телевизор и полностью расслабляюсь. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем еще что-то интересное, дабы найти качественные товары по приемлемым ценам.